Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень-очень жду. А сегодня мы с вами запечем картофель бекони и вместе с цветной капустой. Для этого нам понадобится 10 штучек картофель. Вот такие картофелины одинакового размера. Молодая картошка у меня. Столько же полосок сырокопченого бекона, укроп, перец молотый и соль. И еще мы возьмем вилочек капустки цветной. Ну, поехали! Вот я приготовила смесь из соли, перца и масла подсолнечного. Соли взяла 1 чайную ложку, перца молотого 1/2 чайной ложки и столовую ложку масла подсолнечного. Вот все здесь размешала. И вот теперь беру картофель, вот так вот его обмазываю этой смесью, вот, кругом. Угу. И беру вот листик. Вот бекона, вот так, и вот с этой стороны тоже, вот так обкручиваю, вот смотрите, и сверху еще вот обсыпаю укропом, вот и готов наш колобочек, и ставим его на противень. Выкладываем капустку, вот мы ее на соцветие разделили. Вот такие. И остатки перца и соли вот сюда тоже немножко ее посыпала. Ну, сбрызгиваем еще маслицем вот эту нашу капусту. И в духовку ставим предварительно разогретую на 200 градусов на 40 минут. Готовность нашей картофели определяем шпажками. Ну, вот, прошло 40 минут. И приготовилось наше вкусное сытное блюдо. Посмотрите, какое румяное. Оно готово как и самостоятельное блюдо, и можно его еще с овощами, со свежими. Приятного аппетита!